Желающие привиться от клещевого энцефалита уже упустили свою возможность. По прогнозам экспертов, в этом году сезон активности клещей наступит раньше обычного, возможно, в марте. По словам специалистов, всему виной относительно теплая зима. Почва особо не промерзла, соответственно, число паразитов не уменьшилось. Мы понимаем, что многие процессы, касающиеся вакцинации, уже упустили, потому что самое надежное на сегодняшний день – это не иммунизация гамма-глобулина, потому что он не лечит, он несколько облегчает, но не более чем. А вот именно должна быть вакцинация, ну, на будущее. Поэтому предупреждаем, чтобы контакты в лесу были осторожны, себя осматривали. Специалисты Роспотребнадзора выяснили, что в этом году все 68 территорий Алтайского края эндемичны. То есть там велика вероятность заразиться клещевым энцефалитом. За прошлый сезон 22 жителя были инфицированы, 10 из них стали инвалидами. Муниципалитеты края уже предупреждены о том, что противоклещевую обработку парков, скверов и кладбищ необходимо провести как можно скорее.